Доброе утро всем нашим зрителям. У нас сегодня с Антоном ответственный день, да, сынок? Да. Все погуляю, потом пойдем спать. Ты мне дашь коробочку, и я под подушку положу этот дрезик. Да. Антохина клевая, любимая машина, да? Надо просто поправить. Вот, давай ставь. Все? Ну как, сына, покажись, кролик мой. Два зуба сразу, да? Антоху отвезла в садик. Все, сейчас Гришка, уже пойду его одевать, и он в школу поедет, а я за посылкой. Мне пришел кондурин, наконец-то. Вот, сейчас пойду забирать. Кстати, два зубчика. Один вот такой вот длинный корешок, а другой уже коротенький. Это чьи? Антохе два зуба сегодня вырвали. Ой, почему два? Сказали, что они будут меняться, и все равно в одно время, поэтому вырывают сразу два. Так, давай, музычка, заправься, накачал, пожалуйста. Если я музыки, то накачал. Да. Что тут, школа у нас? А можно я домой пешком пойду? Хочешь, иди. С кем ты пойдешь? Ну, может быть, скорее всего, сам. Да? Угу. Вон Людмила Валентиновна. Ладно, пока. Пока. Сына, не забудь сказать про видео. Да, мам, можно я куртку здесь оставлю? Можно. А про видео не забудь сказать? А? Про видео не забудь сказать? Можно? У нас тут небольшое ЧП, что-то с канализацией, только не здесь, а прямо где-то вот там вот, потому что здесь вода. Как только я начинаю что-то здесь делать, но, знаете, посуду мыть надо. И я тут вспомнила такой бабушкин метод. Сейчас наберу в миску горячей воды, буду мыть, а потом полоскать. В общем, другого выхода нет. В общем-то, каменный век на хуторе процветает. Но я не считаю, что это плохо. Сделаю так, что делать? Посуду мыть в любом случае надо. Вот, а потом продолжим. Просто это дольше. Попривыкали тут к посудомойкам, понимаете ли? Да-да-да, миска! Мы только с мамой смеялись, что от чего ушли, а к тому и пришли. С такой вот чудо-миской. Что вот хотела что сказать, что с вот такой вот штукой. Ничего не случается с канализацией, она не забивается, ее не нужно выкачивать, поэтому этот вариант у бабушки Любы служил очень долго, у моей бабули. Иду смотреть на петрушку. Смотрите, уже вот петрушка на второй год, получается, после зимовки семена дает. Так что скоро будем собирать семена своей петрушки. Это уже новая петрушка. Скоро будем щипать. Вот она уже подрастает, молоденькая. Будем с мамой прорывать укроп, потому что березку не берет ничего. Никакая отрава от травы. Ничего. Ее только руками, да? Ну да, и амброзию считаешь. Ну да. Что сейчас будем прорывать. Так как у меня маникюр, я буду в перчатках. Что вам поднимает настроение? Мне вот такие песни. Мне твои камбэки. Заяц бежит. Мне нравится вот этот проигрыш. Увидел. По а почему что-то 4, я не пойму? 5. По самому диктанту 5, я по заданию этом. А почему? Что за ошибки? Ты принес показать ошибки? У меня ее забрали. Работа. Ну, сейчас будет быстрый ужин. Макарошки,
Купила вообще 3 яблока. Блин, обалденно вообще вкусные в магните. Не знаю, даже какие-то. Golden, по-моему. Вот. Очень вкусные. А это Антохина, потому что он без зубик не может сейчас есть яблоки. Ну, я его понимаю. Макароны. Сделаю сейчас салатик. И здесь будут просто макароны для детей отдельно. А под рыбку, ливер, да, обжаренный с луком, я сделаю нам сержуни отдельно. Что, Гришель? Зай, ну, думаю, что не стоит. Мы сейчас уедем. Зай. Ну, уж пока докушаете, вот кто-нибудь потом сбегает, тебя позовет. Или позвонишь. Да, пожалуйста, нет. Мне сметанку, ну спасибо. Все, я сделала салатик, добавила сюда вместо соли соевый соус, не знаю. Ну, 2 ложки столовой не чувствовалось, 3 добавила, стало немного чувствоваться. Ну, то есть я люблю соевый соус, поэтому я его точно буду есть. И ты любишь? Угу, найди мне этот салатик. Давай, крути барабан. Вращайте барабан. Все, вращаю. А ты что, ешь помидоры или огурцы? Или все вместе? Помидоры. А, ты любишь помидорчик? Угу. Может, тебе наложить туда в тарелочку? Да. Ты мама налюка. Ага. Так, а мы на Красной площади. Я попросил купить себе вещи, но не издеваться надо мной, а? Давай, такой цвет хаки вам не подходит на работу, да? Нет, кстати, это же такие же. Да, да, да. Нет, ну почти, да, глянь, такие же с карманами. Песенка такая классная, да? Фамилия идет фамилию. Катан? Ну, там я не думаю, что будет что-то на тебя. Ну, хотя... Посмотрим. Еще много эмоций. Слишком много эмоций. Кажись, папаня с папой. Серенький лучше, да, это слишком темненький. Давай те брюки, смотри, вот это что-то синий мерил, пиджачок. Афонечка, иди сюда. Покажи, что. Афоня говорит, смотри, какая красивая тетя, да? Абу. Ты любишь? Да. Кого? Красивых тетей? Да, эту. Эту любишь? Да. Да. М? Эту. Эту тетю. Да? Да. Ну как, папуля? Выйди. Ну да, тебе туфли сюда, конечно, дорогие. Не, ну классный. Костюм классный. Мы сюда тоже надеемся. Да, да, да. Вообще хорошо. Красавчик. Что? Хочешь такую рубашечку? Не трогай, только ничего не ковыряй, ладно? Будем, купим. Только не в этом магазине, ладно? Понятно. Встретились. Дима, ты туда смотри, они. Антоха с Мишей. Ну. На. Вроде. Там дверь? А, там уже дверь тоже, да, сделали? Или она тут и была? Ну а как тебе, Афон? Не скользко? Все, ты далеко. Лиша запищит, да? Не, давай. Не пищит, пошли в них. Пойдет? Все, берем? Да, берем. Берем, ну давай, снимай. Зашли в Deutschmann. Слушайте, какие классные кроссы. Тебе так нравится? Гришка сразу их схватила. Мне вот еще нравится. Тебе вот такие нравятся, глянь? Ну, понимаешь, с такими надписями нет. Только футболки с такими надписями, да. Угу. А вот кроссовки вот такие нравятся, да? Может, на лето и купим, слушай. Тебе ж надо ж летом бегать на карате. Ну, подошва толстая как раз. Угу. Еще не снимал. Вот, теперь снимает. Гляньте, какие клевые. Да, вообще... да я таких окушков ловлю. Да. Или какие? Это Коли, наверное. Не, ну это ж такие, прям как у тебя, маленькие. Как тебе понравились, да, только маленькие.
А вот девчачьи какие классные. Какие миленькие они. Да, щенячий патруль. Тоже маленькие. Сапожки здоровские. Сапожки 1000 рублей. Но мне кажется, вот такие сапоги за 999 очень даже неплохо. И вот. Вот для девочек. Самое интересное чай. Угу. Цветочки, самая красота. Не по городу ходить. Вот какие здоровские тачки. С колесами прям. Три. Кроссовки. Папа, это не Джексон, что ли? Да, это напротив магазин возле Палантина. Вот. О. Что это такое? Глянь, с дракошками, да? Это какими-то... что, лего какое-то? Лего какое-то. Здесь человеки-пауки. Ну, цены такие, 1700, мне кажется, очень даже неплохо. Нормально стоит. И что это такое, человеки-пауки? Вот, глянь, какой. Звездные войны. Это, не знаю, Hello Kitty. Нормально. Так, Антохи вот такие вот выбрали Звездные войны на выпускной. Какие тебе? Видите, какие? Ну как, всё, тебе нравится? Снимай. Тут еще и мультики показывают в магазине. Подожди. Ну что, берем? Вот эти берем, Звездных войнов берем, да? А кто тебе собирается? Антошик, покажи свои. Покажи свои. Все-таки взяли другие кеды. Да, это такие штуки растягивать обувь. Я давно, кстати, таких не видела. Стоят сколько? 449 рублей. Клевые штуки. Сейчас будем примерять рубашки на выпускной. Вот такая белая фанды, либо вот такая вот просто белая, но еще и синим таким. Я хочу. Да, ну давай тогда мерить. Гришка себе футбол, ну что, клевая. Тебе нравится? Давай. Гришка классно. Что тут за картошка фри? А ну, нормально пойдет. А это вообще классно. Как раз это его взяло. Еще тут порядковый номер надо. На груди, как вот у тюремника. Ты картошка фри? Все, снимаю. Мы уже в станице заехали на заправку, слушаем хоккей на авторадио, наши со шведами. Сейчас это первый тайм, наши ведут 1-0 со шведами, но будет интересно. Сейчас приедем домой, включим. А на каком мы тогда? На первом? Или на Матч ТВ, да. Слушаем, как Путин открывал мост. Вы видели это? Мы смотрели уже в Инстаграм. 16 минут и Путин в Крыму. Круто же. Который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее. Уже дома. Я себе такие штиблетики купила за 390 рублей, но мне кажется, клевые. Учитывая, что они за 390. А вот Антохе вот такие вот купили. На выпускной. На выпускной, да. Не туфли сказали, а кеды. Да, вот мои за 390 это в Палантине, а Антохины в магазине вот таком Deutschman. Вот такой. А, ну это другой матч, прямой эфир, да. Это Латвия-Дания, да? А где Россия, значит, на другом. Так, вот так вот. Антоха собирается на выпускной, как будто на свадьбу. Завтра уже пойдем на выпускной. Да. Завтра? Нет. Поправь только там язычки, ага. Ой, ну жи-жи-жи. Ну, Зая, я... Ну-ка, давай, отнайди туда подальше. Иди ко мне, тихонечко. Ну, не быстро тогда, я посмотрю. Круто? Да, теперь папе можно? Угу. Папуле купили вот такой вот красивенный костюм, синий. Не знаю, он, по-моему, неправильный цвет передает камера. Ну, в общем, не важно. Какой там цвет камера передает. Нам очень нравится. В Александрии
7350 костюм. Еще сюда же рубашка. Сколько рубашка стоит, я уж не знаю. Но человек где-то сохранили. Так, и сразу еще купили туфли и ремень. В общем, клевый. Мне очень нравится. И брюки Александрии вообще, помимо того, что качество ткань, да, и сами фасоны, там очень много разных фасонов и пиджаков, но главное, что брюки не нужно подшивать. Они сразу отлично сидят и по фигуре, в общем, и по длине, поэтому вот прям сразу выходи и носи. В общем, супер.